Всем привет, с вами канал Fagots2D&D BW Games Channel, группа AGT, и сегодня мы посмотрим такую игру, как WWE WrestleMania X8, или 8, чтобы красивее звучало. Эта игра, опять же, для GameCube, вышла она летом 2002 года, что самое интересное, рестлинг игра, вышедшая летом. Ну, как я уже говорил, что на то время выпускали по несколько игр, абсолютно разные разработчики, для каждой консоли, поэтому вот так выходили летом. Так что у нас тут стандартные самые настройки, громкости всякие, вот какой-то Rumble Future, вот не знаю, что это такое даже. Вот. Ну как обычно, да, сохранить настройки, создать звезду, Battle for the Belts, это что-то типа, видимо, видимо за кстати, а вот что это такое, вот сейчас таких режимов Unification Match Champions, Champion Bout. Это, видимо, бой за пояса какой-то. Ну, вот этот путь чемпиона, это, видимо, такая сюжетная режим в данной игре. Но мы сыграем простые матчи. Сейчас, секундочку. Так, вот тут есть сингл. Заходите в сингл, заходим в сингл. Тут вот сразу матчи. Normal, Hardcore, Cage, Hell in a Cell, Ladder, Table, Table's Ladder Champions, Iron Man. Так, командники. Какие у нас тут командники? Ну, как обычно, Normal, Hardcore, Cage, Hell in a Cell, Ladder Table, Table's Ladder Chairs. Так. Гандикап. Ну, тоже самое стандартное. Нет. Можно в клетке гандикап поиграть. Ад в клетке гандикап. Ladder гандикап. Table гандикап. Table's гандикап. Вот это интересно. Ну, я так понимаю, тут в каждом типе одни и те же бои. Вот только вот этот немного другой, как его называют, блин, Battle Royale, ну и Royal Rumble, который опять же можно почему-то играть на всех аренах. Ну ладно, мы сыграем сингл матч, простой самый. Так, это длина матча, бесконечная, конечно же. Держание, submit, скрипификация, entrance. Да, вот арена, вот сама WrestleMania тут есть. Raw, SmackDown, SummerSlam, SummerSeries, Royal Rumble 2002 года. Ну да, нет, SummerSlam слишком круто. Поставим Raw. Так, ну, ростер тут вот еще 6 закрытых человек каких-то тут есть. Так, Rock, Austin, Кроповщик, Игрок, Kurt Angle, Jericho. Так, вот Nash, Hall есть, Hogan, но это как в Shot You Mafia. А, игра вышла перед Shot You Mafia, она же вышла летом, как раз таки. Ну тут вот как раз некоторые рендеры, которые в будущем Shot You Mafia использовались, Мэтт Джефф. Даже не знаю, кем можно сыграть, это Альберт, смешной такой. Роган, Фарук, Брэдшо, музыка такая какая-то японская. Реально такая, из японских как будто игр музло. X-Pac тут еще, кстати, не было, я вот так посмотрю. Вот. Хм. Возьму-ка Роба Ван Дамма против. Так. Роб Ван Дамм против. Так. Джеффа Харди. Пробую так сыграть. Сыграем пару боев, наверное. Так, ну это просто классно. Эмуляторные повисания. Ой, какой Ван Дамм не похож. Вы посмотрите, он вообще не похож на себя. Ужас какой-то. Объявлений тут тоже, я так понимаю, еще не было. Давай. Да. Что-то как там GameCube эмулятор плоховато работает. И в этой игре у Харди какая-то странная музыка. Неужели?
Зак Темпес тогда права не дал на использование, разрешение не дал на использование музыки, либо что в Crash Hour, что здесь. Играет у Харди какая-то хрень, по-русски говоря. Странно. Так, поехали. Ух ты, как Харди начал. Мне вообще-то управление надо выучить. Подожди, Джефф. Опа, ну тут стендапное такое, смакдауновское. По три финишера. На. Так. Все разберусь, как тут что. Так, Ван Дам. Один удар почему-то нанес, ну ладно. Ну, хоть бы игра написала бы, что как реверсировать-то, а? Может, так же квадрат до сих пор? Нифига, Джефф, разошелся Джеффка. Так. Вот фирменный вандамовский мув. А. Реверс тут R2, L2. Джефф что-то слишком много скачет. Так, фирменный лэгдроп имени Робика. Шнобика. Так. Сворачивание не получилось. Как он это сделал? У меня не получается. Да, L2 реверсировать. На, аркадные комбинации. Вот вообще странно как-то реагирует. То есть модель рейсера странно очень реагирует на приемы. Да, это неплохо. Так. Джо-брейкер в стиле Джеффа как раз таки. Так. Я извиняюсь за фон на улице. Жарко, просто окно держу открытым. Так. Где эта штука? На. На, вроде бы я понял, как в это играть. Так, нет, ничего не еще не понял. Давай. Опа, Ван Дам промахнулся. Джефф на опроне. Ван Дам его возвращает. О, вот Роник Тандер. Неплохо. Он видео вручную делается, я так понял. Блин. Рефери бамп. Что-то другое будет, нет? Во. Running Thunder. Блин, не попал. Во, другой прием наконец-то. Как удержание делать? На. Хм, это уже, блин, просто лучший вопрос, как удержать. Сбрасывает. Ван Дам, так. Финишер как? А, АБ опять. Это был 5 Star Frog Splash какой-то кривой очень. Как удержать я вообще понять не могу. Почему делает один и тот же захват, я тоже понять не могу. Все-таки как удержать-то, а? Уж очень странная система здесь. А, ну вот сворачиванием, да? Не, ну это легко было. Очень легко. Ну что-то это вообще не понравилось. Нет, еще матч какой-нибудь сейчас. Но это что-то вообще. Ну так. Трипл H у нас тут. Мировой чемп. Пик European. Корный так. Далее. Да, тут что-то типа. Это же игра, по сути, типа. А, видимо, это просто серия за титул, как бы в ЕРО 2003 года. Так, ладно. Может, команднику не сыграю, а? За Харди. Харди, нет. Сейчас что-нибудь выбрал. Тейбл. Тейбл. Ладер матч. О. Айт, вот, пойдет. Поехали за братьев Дадли, так, тени там, против Эджа и Кричина. Так, Баба Дадли, Дива Дадли против Эдж. And Christian. Ну, потому что Харди там уже были, хотя тут может еще конька. Или вот IPA. Нет, это более классическая атака. А, не, NWO, Кевин Эш, Скотт Хау. Во, вот так пойдет. Расслимание X8. Баба Рэй и Диван дали против Кевина Нэша и Скотта Холла. Представим, что бой за командные пояса.
Caminhão. Ну, чтобы выхода не лагали. Блин. Ладно, в игре все равно объявлений нет. Почему-то странно. А, так это еще игра WWF. А я тупанул, это еще не WWE, это WWF. Чух-чух-чух. По крайней мере, логотип нам показали WWF. Так. W тоже проблема с музыкой. Задрало лагать. Они втроем выходят, ничего себе. Ну, это неплохой. Но музыка опять проблема. С правами. Так, поехали играть. Коган исчез. Сейчас я буду опять понимать, как в этой вообще дело игра. Ух, какой дабл флапджек. Вы посмотрите. То есть, один меня сейчас Ариш випнул. Второй напарник подключился. И они провели командный этот флэпджек. То есть, блин, сейчас таких вещей вообще в игре не хватает, чтобы... Вот, я что и прошу, что, блин, чтобы 17-й такие были командные приемы. Такие вот импровизационные, то есть чтобы можно было тупо в командном матче один решит, второй подходит, и они вдвоем что-нибудь мутят. Это ж вообще классно. Не понял. Это что, все что ли? Что-то странно. Я не успел мысль закончить, так мы уж победили. Странно. Нет, русский говоря. Что так быстро-то все заканчивается? My single battle. Хардкор матч. Ой, хардкор, да. Поставлю на ограничение времени, чтоб я не сидел 200 лет, не играл, вот пусть 15 минут будет. Нормально так. Ро, смакдаун. Сам слам пусть будет, давай. Так. Вот Шейн Макмен против Курта Энгла. Пойдет. Я сыграю за Шейна. О, нормально. Но это не серьезно. Тут Шейн из первого смакдауна с PS1. Так штаны чуть другие. Да и не рестлинг Атира, блин. Странно, конечно. Почему тут не рестлинг Атира? Он же тогда, блин, выступал же. Ну, вот, конечно, тут доводали, но, блин. Вот, хотя вот эту майку X7 бы засунули. Потому что Джаз Бригетти такой же. Что здесь? И в первых, вторых смакдаунах, естественно, то же самое. Это реально бред какой-то. О, Энгл вообще не похож. Какав какой-то. Якав. 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 А играет, оказывается, тех же самых разработчиков, что и основную линейку игр делают. Вот я вижу по рекламе на фоне. Я похож на Кава с Community Creations. Вот там Шейн на троне летит, летит. Так, поехали. Шейн, Курт, Энгл. Энгл, Локс, Энгл, Слэм. Шейн почему-то, блин, не в рестлинг Атире. Это очень тупо. Еще тупее то, что меня забивает. Курт Энгл. Я не знаю никаких фирменных штук в этой... А! Тут что, собакен? Блин. Ай, да, я прыгаю.
German Suplex, нормально. Ой, ты чё? Нифига себе, труба. Ты чё, офигел, что ли? Трубой бить. Ой, я смог реверснуть. Нет. То ли я триггеры путаю, то ли чё. Тут L2, блин, это реверс ударов. Ё-моё, захват этот... R2 реверс ударов, R2 реверс захватов. Ну, это просто бред. Джеб, джеб, давай. На нафиг. Как он взял предмет? Давай, пакет опять шейновский. Ну что ж такое? Что за долодаловство? Ой. Я как-нибудь разберусь, как предметы брать, а? Или только буду вот так джебить? О, суперплекс, давай. Есть шанс поизучать, как брать предметы. Ай, хурикан рано, да. Супер рано. Удержание на R1, окей. Предметы брать. Да. Тюх, тюх. О, тут шейна таунты есть. Сейчас я разберусь хоть как что делать и схожу. Тюх. За ринг. Блин, ну почему не берет? Неужели на R1? Нет, на квадрат не берет, на R1 не берет. Дичь какая-то. Дропкик хорош. Гандрич суплекс хорош. Управление очень дурацкое. Во, нормально. Анимация с первого-второго смакдауна. Это дичь какая-то. Я вообще belly to belly. Управление не могу понять, как что здесь делать-то. Иди. Ай. Abdominal stretch. Ай. О. Давай, Шейн. Drop to hold. Нормально, хорош. L1 не уходит. Квадрат. А, квадрат. О, сейчас. По идее на квадрат. Пойдем. Пойдем на прон. На рампу. Пойдем, пойдем, пойдем. Кабрик-кабрик. Где тут за кулисье, нет? У тебя трон можно залезть, а? Belly to belly. Воу, воу. Почти повторили момент. Почти. Удержание где угодно. Я даже, ну, как будто меня отпустил по анимации. DDT. Опять второй первый смэк. Ё-моё, ЛДС мы ленивый. Сюда можно залезть? Нельзя. Извини, Эл Хребнер, пардон. Я просто пытаюсь понять, как в это играть. Ты-тынь-тынь, дала-дала, дала-дала. Не, тут вообще никакой интерактивности нет. Без предмет хоть доставать можно? Ну, бег тут бесконечный. Беги, не хочу. Он, блин, поднимает. ТТ опять. Анимация, блин, древнегреческая. А, что даже забежать? Ай, блин. Ну как что-нибудь сделать-то? Слипер. Шея не спать. Поддых дал мне. Управление я вообще понять не могу. Пакетик. Вот это же лежит, блин. Как взять? Как взять предмет? Блок. Таунты, блок. Ножки двумя кнопками. Нормальный реверс. Может на R1. Может R1, L1. Я хочу сделать deep of faith или что-нибудь еще. Ну не удар по дыже я хочу сделать. Достал, я сейчас сдамся. Убогая, блин, какая-то игра. Очень сложное управление, просто. Просто хардкор какой-то. То есть он не берет ни предмет. Он не хочет вообще брать предмет, это жесть. Уже все кнопки перепробовал. Ладно, реверс хоть получается. Финишер не делает, а, ну финишер ясно. У него, наверное, все-таки вот это, да. Да, да. А, шутинг стар пресс у него тут финишер. Ну, вообще гениально. Зато я вырвался. Ха. Angle Slam. Неплохо. Внезапно, кстати, я не ожидал, что он мне вообще проведет. Вау, я вырвался с финишера. Он делает то же самое, что
Так как же взять предмет, а? Это же ужас какой-то. Может тут есть какие-нибудь сильные финишеры, удары, Fake 619 Entangler. L1 же для чего-то должна быть. Опять суплекс простой. А. Так, камон. DDT. Нормально. Что-то получилось. Но он залез на квадрат, значит, по идее, взаимодействие с предметами квадрат. Но он что-то не хочет взаимодействовать. German Suplex. О, привет, Лаулер. Ай, хрен тебе нифига зачопил. Чайно ж не ожидал такого поворота. Ухожу, блин, это реверс, как там сакет видит, задал, драл это ДДТ уже. Не, стулья не хочет брать. Отдых, скотина. Отбился, молодец. Это очень сложно на самом деле. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. У меня два финишера, толку я не могу ни один сделать. То есть могу, но я не попадаю. Все, нет. Меня сам отпустил, походу. Ну возьми предмет, пожалуйста, возьми. Это же жесть. Какая-то. Вообще не берет предмет. А, подходи, подходи. Я не успел. Мой косяк. Не, очень странная игра. Вот мне только пока в ней командные приемы понравились. Он меня опять отпустил. Вообще не берутся предметы. Захваты очень просто странные. Просто, блин, самые странные захваты. Мало того, что не могу взять захват, так еще и... Ой, сделать захват, так... Предметы не берутся. Квадрат. L1. R1. Квадрат зажать. Кружок зажать, крестик зажать. Зажимаешь крестик, какую-то херню делает. Точно, зажать кнопку. Да. Это не управление, это какое-то недоразумение, блин. Ангел слэм внезапный, ладно. Не удерживает. Ха, ну ок. А, ничего себе, слэджхаммер. Как ты это все берешь, дурень? Я тоже хочу взять. Как я это сделал? Когда, блин... Coast to Coast есть здесь? На, что-то другое получилось. Так, сейчас я. Тын-тын, дала-дала. Он делает то сворачивание, то еще что-то. То сворачивание. Шутинг стар. Это жесть какая-то. Вообще не захватывает, какая-то катастрофа просто. Я пережил два финишера. Неужели я не вырвался, школьника вырвался? Опять смакдаун 2. О, давай. Шутинг стар, о, нау. Разбился, к сожалению. Как ты это берешь, блин? Я тоже хочу взять что-нибудь. Тубин финишер можно даже вот со стоячей позиции делать. Это такой бред. Просто бред. Надо закончить этот бой. Предмет он не хочет брать.
Я и зажимаю кнопку, и удерживаю. Он вообще не берет. И крест. Че, неужели какие две кнопки? Блин, две кнопки надо нажать. Это же вообще жесть. Две кнопки, чтобы взять предмет. Ну, сейчас заживем. За 4 минуты есть. Что-нибудь сделать за эти 4 минуты крутое. Две кнопки. Это же вообще дичь какая-то. В какой еще игре, блин, двумя кнопками брать предмет? Это же... Че? Во! А толку? Angle Slam. Вот это нормально, прям на мусорку. Лицо Шейна. Оно просто, блин... Всю боль показывает. Ну все, Ангел. Нет, не победил. Может, и сильные захваты двумя кнопками делать. Нет! Фарман Кэрри. Что ты еще делал двумя кнопками, а? Вырвался. Вау. А, дикий пытата. Чу, больно. А еще больнее, когда приходится играть в игру с таким просто дурацким сложным управлением. Где, блин? Просто... О! Ничего себе. Как из... О! Это что с говно? Он что, выбросил просто? Класс. Вот сейчас пофаним. Не, какое? Шейн просто вообще дает. Столько держится. Angle Slam! Класс. Ой, да, я молодец какой. Не удерживает, посмотрите. Ганвич суплекс. Все. Нет, ну, дурацкая игра на самом деле, управление вообще очень сложное. Может, если приюкнуть, то будет нормально, но это очень сложно. Просто, блин, с двумя кнопками все делается, это ж... И вот тут еще и посмотреть нельзя, походу. Ладно, закончим на этом. Не самая идеальная игра про рестлинг, как по мне. Сложное управление. Какие-то странные финишеры, один опять финишер на всех. Ну, все, спасибо все равно за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на группу, на канал, ждите новости о WWE 2K18, новые видео, всем удачи!